Там же на аппаратном совещании Светлана Василенко рассказала о том, как в центральной библиотечной системе осуществляется доступ к изданиям в электронном виде. Первый путь заключался в получении читателями для ознакомления в залах библиотеки CD и DVD-дисков, а также в предоставлении им доступа на компьютерах библиотеки к локальным и удаленным подписным базам данных, оцифрованному собственному фонду и материалам партнеров. Второй путь состоял в удаленном доступе пользователей к удаленным подписным базам данных, оцифрованному собственному фонду и материалам партнеров, доступных через сайт. Тенденция последнего времени такова, что доля библиотечного фонда в цифровом формате неуклонно растет. Формирование электронной базы изданий, представленных в центральной библиотечной системе города, ведется ежедневно. Для удобства посетителей в библиотеках оборудованы 24 автоматизированных рабочих места. 18 из них имеют выход в интернет. Все чаще для получения необходимой информации люди стали заходить и на сайт ЦБС. В прошлом году этой возможностью воспользовались более 6 тысяч человек. Кстати, там же на сайте есть раздел, где представлены оцифрованные произведения ноябрьских авторов.